хорошо. Так, сейчас. Друзья, привет. О, уже народ подсоединяется. Нет. Так, друзья, всем привет. Мы приветствуем всех вас. Ой, что-то картинка ужасная. Смотри, друзья, все начинают присоединяться. В общем, мы находимся в зеленой горчице. Ведем нашу. Да. Напишите, как нас слышно вообще. Тут просто очень громко. Кто-то там поет. А, Ильшат, приветик. Привет, Ильшат. Привет. А, слышно, но все хорошо. Ребят, всем хорошего настроения. Мы находимся в нашем любимом ресторанчике с Олесенькой. Называется «Зеленая горчица». Передаю вам привет пламенный из города Оренбурга. Так, отличненько, уже нас 22 человека, неплохое начало. Да, в общем, друзья, это наша первая такая трансляция. Ну, кстати, вещаем с телефона, который компания «Армель» подарила Олесе, вернее, она выиграла, да. Вот, испытываем, в общем, расширяем границы, в общем, приятно и полезно. Я думаю, что компания делает не просто так, да? Она дарит шикарные такие подарки для того, чтобы мы их умело использовали в наших руках. О, нам Ксюша прислала подарочек. Спасибо за розу. Так, пока все в ожидании. Ух ты, мороженое. О, кстати, мы мороженое еще и заказали. Будем заказывать роллы, суши, мы очень любим это дело. О, и... Алишер, да. О, смотри, нас немножко прибавляется. Отличные функции. А, смотрите, что мы подумали. Вот такая форма общения позволяет делиться опытом, да? А завтра в нашем городе по традиции проходит аромавечер в 16:00. Это в 2 по Москве. Мы возьмем туда свой смартфон, подключим также трансляцию, и вы можете в живом эфире посмотреть, как у нас проходит аромавечера. Аромавечера у нас проходят очень результативно и очень интересно. То есть первые вечера мы набирались опыта, было затянуто, мало народу. В общем, сейчас мы набрались опыта, поняли, как это интересно делать. У нас участвует в каждом нашем аромавечере наш партнер Альбина Гис. Как она рассказывает про ароматы. Это друзья, просто... кто в Оренбурге, не пропустите это мероприятие. Альбина Гис потрясающий наш партнер. Это просто фантастика, находка для нашей команды, для компании «Армель» в целом. У нее просто дар, да, такой вот есть талант. Она очень красиво рассказывает про аромат. И реально завтра будет шикарная тема. Это 139-й наш аромат, это новиночка. Он, кстати, нашей семье очень-очень сильно нравится. И об этом она очень красиво расскажет. Расскажет, кому она подходит, на какие случаи можно использовать этот аромат. В общем, ну, не будем открывать всех, скажем, тайн, да. Но скажем, что это будет классная идея для продвижения этого аромата. И, возможно, вы возьмете идеи, как преподнести вашим клиентам, как красиво, сладко рассказать об аромате, да? Вот, смотрите, Вера из Тольятти, слушайте, у нас география растет. Жаль, что мы... так далеко от Тольятти, а так, конечно же, завтра вас хотим всех, друзья, пригласить на это замечательное событие, которое на регулярной основе у нас проходит каждое воскресенье. Такие мероприятия, они очень позволяют даже самым большим скептикам прийти, просто попробовать, понюхать, больше узнать ароматов, протестировать абсолютно все, потому что мы там даем тестировать абсолютно все ароматы. Ну и, конечно же, о, и Сургут присоединился. Казахстан там тоже. Интернет стирает границы. Да, значит, смотрите, форма аромавечеров, она очень нужна. Я думаю, что завтра, если у нас все состоится по плану, да, будет такая же трансляция именно с аромавечера. Аромавечер вам позволит также на расстоянии посмотреть, как проводится у нас в нашей команде, команда Number One, да? Команда номер в Оренбурге. Мы надеемся, что полностью посмотрев, как происходят такие форматы аромавечеров, вы что-то для себя возьмете и начнете проводить в своих городах, потому что это реально помогает расширить ваш собственный бизнес, да, и сблизить ваших клиентов, партнеров на продажи и выявить таких лояльных потребителей на
нашей замечательной продукции Армель. С помощью нашего опыта вы можете запустить вот эту волну интересного, да, проведения такой формы робо-вечеров уже в своих городах. Как девушка кричит вообще. Но она работает, старается, надрывается, а мы тут, она же не знает, что мы тут. Мы тоже стараемся, надрываемся. А мы громче. Вот, напишите, вам вообще интересно побывать на робо-вечере вот так вот через интернет и... Для последующих трансляций напишите вообще, какие вам темы интересные было бы, чтобы мы поднимали с Володей, да? Вот, пока вы пишете, и пока девушка замолчала, ура! Я, пользуясь случаем, хочу напомнить о саммитах, друзья, потому что это действительно, я понимаю, о чем я говорю, я вижу тот результат, который дает мне после событий. Саммиты проходят в 10 городах, по-моему, в 10 или 8, я уже запуталась. Акцент делаю на Оренбург, да, на наш саммит. Приедет Александра. Это будет 8-9 апреля. Уверена, не пожалеете. Кроме того, заочно мы уже с вами будем знакомы. И еще обещаем в Оренбурге очень интересно, классно пообщаться. Кстати, от вас уже приходят идеи. А в воскресенье после окончания будет ли какая-нибудь встреча? Мы всегда только за. Почему в воскресенье? И суббота будет? Ну, суббота будет, да, обязательно. Нам нужно будет, конечно, и отдохнуть, да, подготовиться для второго дня. А после завершения будет классная фотосессия, общение. Там в Армаде можно там же где-то найти посидеть. Либо мы поедем в какое-то классное место, поужинаем, пообщаемся, поперезнакомимся. Так, можем даже потанцевать. Не рассказывай все секреты. В общем, для всех, кто приедет, я особенно для нашей команды, с уровня 12% будет, ну, для нас большой-большой подарок, мы тоже с душой подходим к этому делу, потому что девиз нашей команды, да, как Олеся во многих своих видео говорит вам всем, не судите о моей успешности, потому сколько зарабатываю я, а судите потому, сколько зарабатывают мои партнеры, и наша сейчас задача сейчас как можно больше наших партнеров вывести на приличные доходы, и поэтому у нас такая определенная планка, да, мы очень молодая команда, там 5 месяцев всего, но у нас уже, я уверен, будет, ну, прям звездопад, мы уже видим по результатам этого месяца, да, как у нас растут квалификации, как быстро набирает команда наши обороты, да, товарообороты. Я думаю, что 12% будет много, и всех 12% мы ждем у нас в городе Оренбурге, потому что для вас, ребятки, будет такое хорошее мероприятие после первого дня. Да. Эмоций положительных будет куча. Опыт. Уедете с зарядом, ну, уверенно, на полгода, если не на год. Вот. Ну что, завтра тогда присоединяйтесь к трансляции. Еще раз повторю, 4 часа по-оренбургски, это 2 часа по Москве. Побывайте на аромавечере. Можно будет потом задать вопросы сразу же, да, после мероприятия. Возможно, появятся, мы ответим. Так, темы, по-моему, я не видела, писал кто-то, нет? Не успевала я читать. Кто-то написал, что вещайте все интересно, а вот больше я не видела, писали или так, нет. Так, что-то у нас тишина какая-то в эфире, друзья. Какие темы вам интересны? О чем бы хотели услышать, да, услышать. Ой, сердечко полетело. Так, вот, трансляция присоединяется все больше и больше людей. Ой, сердечки полетели, ну прям здорово. Так, смотри, у нас и батареечка там садится. Давайте пока сейчас я вам покажу окрестности. Подключу, у нас есть такой переходничок. Мы вернулись в эфир. Так, Татьяна к нам пришла. Вот интересно, кто-то приходит, кто-то выходит. Я думаю, что выходит тем, кто вообще занят совсем другим сегодня. Вот, вижу партнеров компании Армель. Молодцы, ребята, что вы с нами. В принципе, все как всегда, да? Кому-то интересно, кому-то неинтересно. Но, тем не менее, компания движется вперед, да? Все больше людей присоединяется к этому проекту. И только сегодня девушка звонила мне, хотела, ну, присоединиться к бизнесу. Говорит, ой, а что обо мне подумают? Я вот уже и в этой была компании, и в этой была... Ну, в общем, не все ли равно, что о вас подумают? Главное, жить, скажем так, чтобы вам было интересно, да, что подумают. Вот сейчас, я уверена, о нас думают здесь. Вот пришли какие-то звания нормально. Вместо того, чтобы заказать что-нибудь, сидят в
телефонах, да? Мы заказали, и все равно сидят и думают, вот что-то болтает там в телефон вообще. Вот, мы тут вот, пришли а вчера, поесть. Вчера, между прочим, когда я покупала чехол к своему новому смартфону, молодой человек заинтересовался ароматами. Вот так, метод отбора, метод больших цифр. Вот так это и происходит в жизни. Надо найти себя, самое главное. Конечно, любовь. Это, ну, просто мы сейчас понимаем, что меняется уровень жизни, да, меняется окружение. Я вижу, сколько в чатах пишут, да, в лидерском, которые от компании, что я сегодня избавилась от кредита. Мы вернулись. Да, пишут люди, что сегодня я закрыла свой... Вернулись. Да, пишут люди, что сегодня я закрыла свой последний кредит, да. И иногда прям даже до мурашек, что действительно людям сейчас очень сложно, да, финансово найти такой источник, который поможет решить проблемы. Кто-то наоборот пишет, что я возьму ипотеку, но я беру это с уверенностью, да, а кто-то берет кредит на Мерседес, друзья, это же шикарно, просто вообще, поэтому... Ваше видение, ваша убежденность будет давать вам силы, да? А убежденность, она откуда? От мероприятий, поэтому еще раз приглашаем к нам на саммит. Так, отлично, пошли вопросы. Так, как правильно подобрать аромат? Одно дело нравится человеку, а как понять? Да. Вот именно на «Аруме вчерах» мы сейчас связываем психологию и аромат. Альбина об этом рассказывает потрясающе. То есть раньше мы брали группу ароматов, да, например, там мужчина-босс, там мужчина, какие там еще категории были, ну, неважно, да, сейчас брали по категориям, а сейчас будем брать отдельно по ароматам, рассказывать о нем и к какому психотипу он подойдет, да, как вот правильно подобрать, об этом, друзья, обязательно будет, и завтра вы уже начнете об этом слышать тоже. А вот, кстати, был вопрос, не помню от кого, вот так вот вернуть, оказывается. Мотивация, планирование очень актуально, как планировать проценты и, ну, баллы, да, слушайте, друзья, на Олесином канале, да, есть 2-3 видео шикарных, которые практически каждый раз она, ну, записывала, но, наверное, уже перестала записывать, потому что, ну, уже одно и то же, да, можно спокойно посмотреть. Она хорошо показывала, как она планировала свой рост в бизнесе, и поэтому она каждый месяц перепрыгивала даже квалификации очень быстро. Да, кстати, все мы приходим в этот бизнес зарабатывать деньги, да, и если вы на наш второй канал кто-то подписался или был, да, там есть такая на YouTube-канале красивая большая надпись, да, за год 1 миллион, да, но могу вам сказать, что мы ускорили этот показатель, и на саммите, который пройдет в городе Оренбурге, мы расскажем, как за полгода заработать реально миллион из этого бизнеса, и это не как бы наша фантазия, это реально наш доход, которым мы это сделали, и плотно-плотно мы об этом хорошо с вами поговорим. О, плюс эти сердечки полетели, смотри, да? Новые, это вопросы новые? Так, наверное, да. Сейчас. Ага, во-во. Да. Как преподнести ароматы? Необычные варианты. Да, сейчас мы расскажем, да. Поэтому, кто еще не определился, куда ехать на саммит, а большое количество людей, да, я думаю, что очень интересно вместе с нами. Почему? Потому что мы люди практики, да, мы не теоретики, мы практики, и мы реально, ну, готовы поделиться всеми своими навыками, знаниями, и это сделаем не только для своих партнеров, которые съезжаются к нам в Оренбург, да, но и обязательно поделимся со всеми, абсолютно со всеми, потому что сейчас наша задача уже работать на процветание компании, да, потому что мы уже уперлись в потолок, максимальная квалификация 28%, дальше нам интересно развивать всю компанию, потому что, начиная с сапфира, изумруда и бриллианта, там уже компания платит с товарооборота не только нашей организации, но и со всей компании, да, там уже совсем другие деньги, поэтому наша задача, чтобы вы, друзья, получили эту информацию, да, вот прям мы ее не просто маленькими кусочками в видео формате, да, а прям уже прям так разжевали, все положили, ответили на вопросы, и плюс еще будут кофе-брейки у нас там, да, и еще плюс общение после основного события. Я думаю, что вы, кто побывает на этом мероприятии, ну, полностью поймете, как это работает схематично, да, зарядитесь
тем позитивным настроем, который есть у нас, атмосферы, которые происходят там, да, и я уверен, приедете в свои города, и, ну, если начнете применять, ну, скажем, пошаговую инструкцию, которую мы вам выдадим, я думаю, у вас такой же будет результат. И это уже неизбежно. Да, это неизбежно, потому что, ну, мы такие же простые обычные люди, как и вы, да, потому что, ну, нет большой, скажем, опыта ни у Олеси, ну, и у меня есть чуть небольшой бизнес-опыт, да, в MLM построении структуры, но мы просто разобрали, поняли, как нужно действовать, да, для того, чтобы достичь хороших результатов. Все, и эту информацию дадим вам. Так что все, кто еще не принял решение ехать, да, срочно, прямо сейчас, заходите в свои кабинеты, да, Армель, прям кликайте там «Купить билет», «Город Оренбург», и сразу мы вас добавим в чат, где будет много информации полезной, да. Да. Вот. Слышали бы, что он говорил мне 4 месяца назад про Армель и про мои первые шаги. Но классно, что действительно увидел перспективу, и теперь Володя главный стратег нашей семьи, нашей команды, и я думаю, что скоро он уже, ну, после саммита увидит масштабность и глобальность его видения. И все, в общем, сам еще впереди. То есть убежденность, еще раз убежденность будет вам помогать, и вы неизбежно достигнете этого результата, да? Да, друзья, помимо того, что мы будем в Оренбурге, да, мы сейчас, опять же, забегая немножко вперед, конечно, рассматриваем еще какой город посетим после нашего саммита, который будет 8-9 числа у нас, да, потому что у нас уже там где-то около 20-х числа, да, где-то еще какой-то 15-16, да, то есть мы обязательно выберем город, и могу сказать, что возможно мы приедем в Питер, красивый город, мы его любим. Хотим еще там побывать. Второе, это Казахстан, потому что у нас уже благодаря интернету, и, кстати, тоже этой технологией мы поделимся, как мы быстро развиваем свой бизнес в разных городах и странах. У нас большая ветка в уже хорошие структуры, хорошие, мощные лидеры в Казахстане. Может быть, туда поедем, потому что Олеся уже туда ездила, она в восторге была от города, от Астаны города, и фотографии я посмотрел. Короче, я хочу туда. Вот, хочу туда тоже. Вот, ну и еще маленький сюрприз, да, для тех, кто, возможно, проживает в Крыму. Это самое лучшее место для нашей семьи отдыха, да, мы обязательно туда поедем, распускающиеся каштаны, и, возможно, после второго саммита, в котором мы побываем, да, мы обязательно полетим в Крым. Насколько, пока вам не скажем, да, все будет зависеть от обстоятельств, как мы здесь настроим работу в Оренбурге, да, для того, чтобы спокойно можно было оставить Оренбург. И в Крыму мы хотим развернуться, поэтому важный момент, да, кто хочет тоже в Крыму развиваться, да, смело готовьте людей. Где будем мы отработаем всех абсолютно людей. На наши мероприятия могут приходить и параллельки, и без разницы. Все люди, мы всем дадим информацию, поделимся информацией, и, возможно, вы тоже сможете там развить активно свой собственный бизнес. Новосибирск. Кстати, был я в Новосибирске, очень красивый город, давным-давно, если не ошибаюсь, в 2000 году, да, он, наверное, сейчас сильно изменился, очень хороший город. Даже машину туда, праворукую, оттуда гнал не одну. Было дело. Вот. Поэтому я думаю, что Новосибирск хорошее дело. Но, честно говоря, пока в планах мы его не видим, да? Вот. Будет и, большая. В Новосибирске тоже 8-9 апреля. Ну, возможно, да, надо будет или посмотреть. Хабаровск. Я уже, честно говоря, сейчас нужно уже, по графику посмотреть. Акцент делаем на Оренбург. В общем, друзья, говорить можно долго, да, будем закругляться. Для тех, кто сомневается, ехать или не ехать, да, это всегда стоит на чаше весов, особенно семья, дети, выходные и так далее. Подумайте сейчас о том, что вы получите, если вы не поедете, что может, да, произойти в вашей жизни, если вы не поедете, и что может произойти, если вы поедете. Подумайте и примите правильное решение. Так, друзья, сейчас вот кто еще билет не взял, давайте это каким-то плюсиком, сердечками посмотрим, кто у нас в компании Армель, чтобы мы посмотрели. Ой, сердечки пошли. Нет, какие-то
Плюсики, о, пошло, пошло. Так. Настя, Люба. Так, Таня, привет, Танюшка. Кстати, благодаря Татьяне мы вот открыли себе вот эту штуку, да, ВКонтакте. Кстати, первое я увидел видео там пару-тройку дней назад, и благодаря ей, по сути дела, там задумался, о, а почему бы нет, не провести такую трансляцию. И тут после этого сразу приходит телефон, прям, знаете, как вот здорово. Ой, пошло, пошло, Наталья, смотри, сколько Татьяна, много. Марина. Да, и Татьяна у нас, Мессенс, это просто умничка, да, вот благодаря которой, видите, как мы друг друга смотрим, где-то какие-то фишки друг друга перенимаем, вообще, ребятки, кто в группе Татьяны Мессенс, вам крупно повезло, хороший у вас лидер, и у нее будет совершенно скоро такое приятное событие в жизни. Ну, может быть, еще не все знают, что-то так. Как, все, там уже все открыто, она уже говорит, да? Уже на всех видео, да, уже, вот, такой красивый пузико вообще, все отличненько, друзья, классный вообще, период. Да. Завидую с белой завистью. Вы видели, как на меня муж посмотрел? Сармель, все возможно. Нет, давайте так, получим белый Мерседес, переедем в дом мечты своей, да, а дальше уже будем про третьего думать. Вот. Думаю, в принципе, все те, кто нас сейчас смотрит, согласятся, что ну, уже чтобы третьего, это уже нужно такая хорошо уверенно такая платформа. Да, да. И мы сейчас как раз готовим, кстати, вот как раз инструмент Армель, это вот, ну, я не могу сказать, что это самый лучший инструмент, да, возможно, я их не знаю, но могу сказать, то, что я знаю, это самый лучший инструмент, благодаря которому реально сейчас компания на взлете, именно только на этом взлете можно действительно очень быстро выходить на хорошие доходы, и, ну, за то и то же время и силы, которые вы тратите в других компаниях, здесь можно заработать деньги, да, и причем не просто, как говорится, срубить, как во многих там проектах, там хайпы там и так далее, а здесь выстроить на долгосрочную перспективу бизнес, да, который будет кормить не один год. Вот. Все знают, что да, все эти хайпы быстренько, там можно и много быстро, как говорится, как я называю, срубить бабла, но потом они идут, бегут в новую компанию и не формируют команды. Приходится начинать практически все сначала. Да? Здесь мы как раз формируем эту команду, костяк, который закладываем в фундамент. Ну, посмотрите, как работают крупные компании. Да? Вот кто приходил в самом начале и переживал все эти трудности, ну, то сейчас, ну, очень хорошо в зоне комфорта. Да? Зарабатывают более миллиона рублей, а в нашей индустрии, вот, кстати, если кто еще здесь не знаком с сетевым бизнесом, каждые 15 минут, друзья, в мире рождается $1 миллионер из MLM индустрии. Я могу сказать, что наша компания скоро прибавит этих долларов миллионеров, да, в числе общих мировых, потому что реально компания развивается и очень-очень щедрая. Плюс такой продукт, который реально занял шикарную нишу, да, на рынке парфюмерии. И, ну, по цене, по качеству, я думаю, что очень трудно конкурировать с нашим продуктом, поэтому такой большой бешеный успех. Поэтому все больше и больше людей из разных сетевых компаний, лидеров уже присмотрелись, а многие уже пришли в нашу компанию, в компанию других наших партнеров. Вот, поэтому, друзья, зовите всех на сомневающихся на такие мероприятия, регистрируйте их там хотя бы на папочку. Да, кстати, можно на 100 рублей и попасть на это мероприятие? Да, условия, как попасть на семинар, да, нужно быть зарегистрированным в компании. Конечно, я не сторонник вот этих регистраций, вообще, в принципе, на 100 рублей у меня, ну, минимальное количество. Это я регистрировала на 100 рублей, когда только папок не было, либо там очень-очень сильно сомневающийся человек, да. Но, с другой стороны, этот саммит поможет открыть картинку, да, видение. Поэтому я думаю, что можно на крайний случай зарегистрировать и на 100 рублей человека, да. Это будет своеобразным толчком для построения бизнеса. Вот. Ага, да, Танюшка, молодец, действительно, да, вот, когда такое живое видео, да, вот оно такое с промптом идет, вот, к примеру, как мы сейчас просто сидим, вот, такой вот
полупустой ресторан, хотя странно, в выходной день. И вы можете реально наблюдать, да, интерактивно общаться с людьми, ну, возможно, на которых вы равняетесь, да, возможно, ну, с людьми, которым вам интересно, которые какие-то, возможно, для вас интересные вещи говорят, вкладывают вам в голову какую-то правильную информацию, это, возможно, меняет ваше мировоззрение, и вы становитесь успешным в этом бизнесе. Да, тут началось уже Бомбилово. Сейчас, наверное... Да, друзья, сейчас уже принесут нам, мы перекусим, не будет удобно вам показывать, как мы тут жуем и с вами общаемся. Мы обязательно чуть попозже выйдем еще с вами на связь. Смартфон уже получили, да, получили. Да, вот, кстати, с смартфона общаемся. Буквально вчера, что ли, да, мы получили? Вчера получили, уже его зачехлили, сделали проверочку. Вот сегодня уже вещаем, друзья, на вас. Я думаю, что эти трансляции будут прям тематические. Мы будем, наверное, какой-то график тем вывешивать, да? Может, какой-то просто экспром. Но мне кажется, будут какие-то тематические вещи, где уже в интерактиве мы сможем с вами так пообщаться и с вами поделиться опытом, наработками, да? Ну и, конечно же, самую вкуснятину дадим на том мероприятии, которое будем проводить в Оренбурге. Поэтому все, кто еще... Да. Кто еще не взял билеты на саммит в Оренбург, берите. Спасибо за поздравления. Благодаря этому подарку, да, ну, я так считаю, отчасти заработанному и отчасти фортуна, да, мы можем теперь вот такие трансляции устраивать, потому что просто телефон мне этого не позволял. В общем, классно. Мне нравится, что меня окружают сейчас такие люди, формируются в мое общество. В общем, говорить тяжело, очень приходится кричать. Давайте всем пока. Армель рулит. На связи. Через минут 30. Через минут 30 вы увидите, как мы танцуем. Хотите увидеть, как мы танцуем? Сейчас... На саммите увидите. А, на саммите точно. Сейчас не покажем. А те, кто попадет из нашей команды в 12+, да, как говорится, да, на закрытую нашу вечерину, вы еще увидите, как мы и поем. Караоке. Причем на трезвую голову. Ну, а у нас, да, у нас трезвые команды, бизнес вообще MLM строится только на трезвые. Вот, поэтому все по-трезвому, все весело, в драйве. В общем, всем до связи. Увидимся, услышимся через полчаса, не сходите. Набирайте народ. Мы хотим догнать количество просмотров, да, количество людей, которые будут смотреть нас. Минимум достой, это будет наш новый рекорд. Но пока рекорд был 26, да? Везде надо стараться ставить рекорды какие-то. И мне кажется, чем будет интереснее трансляция, тем все больше и больше людей будут приходить в то назначенное время, где будем мы. Давайте завтра поставим себе эту планку, когда у нас будет аромавечер, догнать до 100 человек. До 100? До 100. О, завтра на аромавечере. Да. Кстати, да, неплохое начало, да. 100 человек на аромавечере. Вот, завтра в 2 часа по Москве. Не пропустите трансляцию в ВК. Да, все, до связи. Всем пока. А мы отключаемся. Танцуем дальше. Так, а где наши роллы? О! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.